Деревня Никола Черкизова, микрорайон «Белый город». А это одноименный жилой комплекс. Несколько лет назад более 500 семей вступили в долевое строительство. Но вместо ключей от собственного жилья остались ни с чем. Компания-застройщик обанкротилась и исчезла. Несколько лет собственники пытались добиться справедливости. С мертвой точки дело замороженной стройки сдвинулось в 2021 году. Первую очередь мы ввели в октябре в полном объеме 25 корпусов. На сегодняшний день завершается строительство домов второй очереди. Полностью готовы к сдаче 12 таунхаусов, а буквально через несколько дней доделают еще 5. Глава городского округа встретился с дольщиками и вместе с ними проверил, как идут работы на объекте. Сейчас мы видим с вами, что работы уже практически завершены. Внутри идут отделочные работы, заканчивают фасадные работы. По большому счету все успевают. По словам Дмитрия Волошина, построить дома только полдела. Впереди большая работа. Одним из основных вопросов сегодня в свою рабочую повестку я поставлю диалог с заместителем по ЖКХ, который сможет все организовать вместе с вами. Какую форму вы хотите, решите сами. Это ТСЖ, ТСН или вы там, как вы будете. Там есть несколько форм юридических. Как вы это видите? Затем мы вам будем помогать. Следующим этапом, по мнению главы, должно быть благоустройство и обеспечение безопасности на территории жилого комплекса. Ну, нужно хорошо подумать. И с организацией парковки, организацией шлагбаума, пропускного режима, чтобы вы могли детей выпускать, они тут, как говорится, гуляли по поселку, не боялись ничего. Жители подход к делу оценили. После встречи с главой и представителями администрации уверены, теперь они точно не останутся один на один со своими бедами. Я вам скажу, что химкинская администрация работает очень эффективно. То есть люди работают на результат. Нам было с чем сравнивать. Повторю, что химкинская администрация, ну, молодцы. То есть говорят, делают. У нас нет такого, что мы топчемся на месте. То есть у нас постоянно идет продуктивная работа, и мы двигаемся вперед. Полностью сдать жилой комплекс «Белый город» планируют до конца декабря. По словам подрядчика, в сроки укладываются без задержек и опозданий. Все получается. Надеемся, что получится достроить в этом году, выполнить свои обязательства. По крайней мере, риск с этой стороны мы не видим. Несмотря на высокие темпы строительства, глава Дмитрий Волошин продолжает лично контролировать стройку на объекте, чтобы совсем скоро почти 2000 жителей городского округа наконец переступили порог своего нового дома. Нина Липанова, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.